Никого не могу поставить сейчас. Ладно, давай. Ой. Не тебя, сейчас все поставим. Че, постанову снимать будем? Разборки, да? Трибуну поставь также. Так, я одного уберу. Опа! Хе-хе. Хотя нет. Вот. Вот теперь лучше. Сейчас. Трибуна. А, вот трибуна, ништяк. Хе-хе, все, давай ставь. И Феррари какие-нибудь поставь на заднем фоне там. Ну, главное, чтобы было. Не, там сзади меня, там какие-нибудь машины, все поставь. Так, чисто. Виновный, вот так, да? Так. Ладно, все. Ну, короче, как скажешь, начнем все. Ты снимаешь? А, ты возьми фотоаппарат и снимай как бы фотоаппаратом. С фотоаппаратом в руках ходи. Да, вот так. Ну, чтобы интерфейс не было видно. И снимай видео. Снимаешь? Да? Ух, ништяк. Так, товарищи, добро пожаловать на наш непостроенный, к счастью... Так, погоди. А где? Так, начнем заседание, блин. Блин, разборки по поводу отсутствия комплекса «Восточный» именно здесь, во Флетвуде. И у меня вопрос, кто виновен в содеянном, точнее, в том, что содеянного не произошло? Я вас спрашиваю, господа! Камера на них, ё-моё. Я спрашиваю вас, товарищи начальники, я президент компании, почему вы косяки устроили такие? Первый, так, док, я не понял, планировка есть, здание нет, как это вы объясните? Товарищ, я слушаю вас. Почему вы молчите, Мне что, вам харю разбить, что ли? Слышь, ты... Да, хляк, вот... Так, ну теперь вы следующее. Почему не построен комплекс? Где объект? Где мой бассейн? Где мой парк аттракционов с хатой, со всеми плюшками? Я вас спрашиваю, я вас зачем нанимал, гастарбайтеры из Армении, из Таджикистана, вы чё? Армения рулит, всё. Так, ты, дедуля, ты как бы прораб. Где здание, ё-моё, я не понял. Мне что, вас на кого посадить? А ты что смотришь, финансист? Я вам деньги дал, 2 миллиона, ё-моё, где они? Я что-то не понял, что молчим все? Партизаны хреновы. Да я вас всех на кого посажу, вот, вот. Вот, вот сейчас вот, вот, говори, где объект, ё-моё. Или я тебя сейчас пулю в череп воткну прям. Чё смотришь, эй? Да я реально счастье пулю в лоб, вот смотри. О, тупица. Слышь, где деньги, ё-моё? Где бабло? Ты чё, избегаешь что ли меня? Да я знаю, да я в тюрьме сидел 20 лет, да ещё столько просижу, если не скажешь, где деньги, ё-моё. Алло, ты чё, избегаешь что ли что-то? Это чё, наезд? Чё ты смотришь, ё-моё? Троп, да, и ты таким же станешь. А ты что зубишь, а? Ты что зубишь, ё-моё? За временем ходил, я тебя что, не грохнусь, что ли? Ну, отвечай, ё-моё, где мой объект, ё-моё? Где объект? Где мои бабки? Я не понял. Вы что, совсем охренели? Вы что? Да пошли вы все! Ты что, терминатор, что ли? Так будет с каждым. Я не понял, ты что смотришь, Пекарь в руках не дрожит, да? А вот так. Все. А ты чё, блин? Ты чё вообще смотришь, братуха?
Ну я ж тебе доверял, братан, а ты как? Я с тобой как с братом, а ты, блин, ну я так и знал. Ну ладно, я тебе сонную артерию подстрелю, может, что-нибудь поймешь. А ты чё, брателло? Ну тебя чё, не угодил, что ли? Ну почему вы так по-свински? Братух, я понимаю, конечно, проблемы, экономика, коррупция, но не до такой же степени. Вы чё, совсем оборзели? Ах так, ну и всё, получается. Ну ёлы-пал, ну от тебя я не ожидал. Ну как так можно было? Ни бабла, ни объекта, ни бассейна, ни тёлочек даже. Вот только ты стоишь тут и всё. На! Да чё у вас эти черепа металлические? Вы, я не понял, вы чё, не... В следующий раз берём бомжей с улицы. С тобой мы ещё разберёмся. Ну а ты чё, блин? Мне тебя мочить жалко. А чё мне Фриман скажет? Хотя да, чё он скажет? Он же базарить не умеет его никак. Ладно, хер с тобой. Братан, ну как ты мог? Ну чё ты так вырубился? Штаны насрал, что ли? Где бабки, ё-моё? Ладно, по-дружески, да, я пайку порву вот так. Ты даже не сопротивляешься. Фу, чё за друг? Ну тех ты, брателло, ты попал, на деньги попал, в курсе? Чё смотришь, ё-моё, вылупил свои глазёнышки? Хочешь сказать, я тебя глядя начищу? Да чё так оглядываешься, чё, спецназовцы что ли у тебя за спиной, да? У тебя чё, крыша что ли? Я тебя, знаешь, крышу снесу так, у тебя крыши только и останется. Слушай, а ты чё снимаешь, э? Да вы чё? Это же... Да вы меня сдать хотите? Ты куда? Сай, мэрфака! Всё, стоп.